Всем привет! Хотела немножко пообщаться с вами. Не знаю, как у вас, у нас погода просто непредсказуемая. Не поверите, сегодня вышла собака гулять. У меня французский бульдог. Вышли, гуляем, все. Прям буквально 2-3 минуты тучка налетела, снег повалил. Сейчас, сами видите, прекрасно, солнышко. Вчера вообще дождик шел, пасмурно было. Поэтому выходные эти провели мы в кругу семьи. Ну, а завтра, как обычно, понедельник, рабочая неделька. Да и для меня уже, как говорится, закончились каникулы. У меня старший завтра сын идет в школу, то есть у них были каникулы двухнедельные, все, в бой. Ну, а маленький идет в садик. Поэтому как-то так, выходные дома. Интересно, как у вас погодка, как выходные провели? Пишите, не стесняйтесь. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх и поехали. Звонит парень другу и говорит: «Слушай, я к тебе приду с двумя девушками. Одна моя, вторая твоя. Но твоя так это... Но немножко пострашнее, да ты не переживай, выпьем, красавица будет». Тот так подумал, говорит: «Да ладно, приходи». Приходят они к этому другу, тот открывает дверь, смотрит и говорит: «Не, я столько не выпью».